Подключаю остальные аккаунты. Девчонки, привет! Клуб. Клуб, всем привет! Простите, что задержалась. Так, и последний телефон. Сегодня у нас с вами круговая, акцент руки-пресс. Девчонки, основной Инстаграм. У меня бывает плохая связь на этом телефоне. Вот, поэтому извините, если будет подвисать. Как говорится, я этого не хотела. Всем привет! Не знаю. Так, как связь? А ты что так делаешь? Ты нажимала чего-то? Я ничего не нажимала, просто закрывала камеру. Знаешь, что рукой задела? Не, не задевала руку. На расстоянии, что ли, так у меня есть? Не, может, ты этот, шнуров? Не-не. Шнуров. Да. Как связь, так меня видно, как слышно. Центруюсь. Клуб «Марафон». Как связь? Дайте обратную связь, как картинка, как звук. Верон, сделай потише. Это Катя? Катя, там мои гантели, Катя. Ну, я вот здесь тогда возьму. А у тебя блинов нет, что ли? Ну, я их просто себе положила, но не важно. Ну, давай тогда эти. Нет, ты просто так интересно подошла, взяла мои гантели и пошла. Я мне просто тогда блины побольше. Возьми блины побольше. Ты так не делай больше, а то я психану. Итак, всем видно, всем слышно. Пупсики, основной Инстаграм. Тренировка будет интенсивная, поэтому не ныть, не скулить. Я понимаю, что бухать это намного интереснее и веселее, но если вы хотите на карантине... Вот это сиськи... Да где вы их увидели? Я уже майку такую свободную надела, а? Потом покажу сиськи, когда потренируемся, прессик сделаем. Итак, у нас с вами сегодня круговая, акцент руки-пресс. Вам нужны будут бутылки с водой, стул и хорошее настроение. Все, все остальное... Бутылки с водой потяжелее, беременным сейчас нельзя. Второй час у нас будет йога для беременных, где вы сможете все, абсолютно все присоединиться и поёжить. Особенно это круто заходит после часа круговой, когда тело горячее, мышцы разогреты, связки тоже подготовлены. Йога зайдет на ура из песни. Два часа я вам сейчас... Комменты выключу, конечно. Два часа сейчас я вам буду давать тренировки в формате своего марафона, так как я там работаю. Поэтому я и вывела вас на прямой эфир, чтобы вы могли прочувствовать, протестировать. Марафон будет идти еще две недели. Две недели за 600 рублей. Это чашечка кофе. В кафе, куда мы не можем попасть. Да, сэкономили на кофе, зашли в марафон. Тренировки каждый день. Силовые с Нащекиной, круговые со мной. Йога, йога, растяжка, йога для беременных. Силовая йога, йога для спины. Это все я веду сама. Эфиры силовые ведет еще и Рита. Ее запись уже доступна. Она в марафоне уже доступна. Она сегодня отработала. Также у вас три раза в неделю тверк из трипластика с Элеонорой. Два раза в неделю у вас эфиры с Тамерланой по психологии. Два раза в неделю психология со мной. Два раза в неделю все о сексе с Марией Кастой. Это все за 600 рублей. Хотите принять участие? Пишите вот сюда, на этот номер телефона, на WhatsApp. Одно слово. Участвую. Сегодня до 12 ночи я принимаю последнюю заявку. Потом пошли вы знаете куда? Все, марафон закрывается. Сегодня последний день, когда вы можете оставить свою заявку. Остальные пусть сидят дома, плачут, жалуются на свою жизнь, на то, что мужика нет, на то, что ничего нет. Все плохо, сидите, жалуйтесь. Остальные welcome, будем тренироваться, будем разбирать себя со всех сторон, свою психологию. Итак, выключаю комментарии, чтобы никому не мешать.
В марафоне только я. Вы что, вышли на минуту, что ли? Я не поняла. В марафоне 5 спикеров. 5. Девочки, еще раз, для тех, кто на бронепоезде и за время карантина мост перестал работать. Объясняю, у нас 5 спикеров там работает. Утром силовые с Нащекиной каждый день. Рита Нащекина ведет вам эфиры. После Риты прихожу я, веду круговые я. Это каждый день. После меня прихожу я, веду йогу. Вечером приходит Каста с эфиром, все о сексе. На следующий день то же самое. Нащекина, я, добавляется еще Элеонора, добавляется еще Тамерлан. Следующий день Нащекина, я, добавляется Элеонора, добавляется Тамерлан, Маша, я. То есть в день минимум 3 эфира у вас. Каждый день прямые эфиры, чистый лайф. Все эфиры записываются и сутки вам будут доступны, если вы живете в другом часовом поясе, или у вас работы много, когда все на карантине, и вам некогда, вы можете в любое время для вас удобное прийти и потренироваться. Запомнили? Все просто. Марина работает, я на 2 часа. Можно ромашку взять? Возьми. Спасибо. Меня на 2 часа нет, куда музыка делась? Что у нас с музыкой? Опять. 25. Прям не знаю, что ее глючит. Итак, начинаем с разминки, потом ускоряемся. Темп я люблю высокий, поэтому... Да. Все, выключаю комментарии, нафиг с вами разговаривать не хочу. Дебильными вопросами замумыкаете. Говорить будем потом вечером за бокальчиком вина, то я натрезвую психу иногда. Итак, начинаем с разминки, голеностопы, круговые вращения. Сейчас акцентрую. В одну 3 круга, в другую. Вы можете босиком тренироваться, можете в кроссовках, можете в спортивной одежде, можете голые. Мне по барабану, я вас не вижу. В другую сторону. Колени. В одну, раз, два, три, в обратку, раз, два, три. Центр тяжести на левой ноге. Раз, два, три. Закрылись. Раз, два, три. Меняем. Раз, два. А где Юра, он хотел со мной? Три. Раз. Коля! Два, три. Позови Юру, он хотел со мной тренироваться. Коленочки вместе. Делаем круговые. По-моему, мы делали, да? Отёрли, разогрели. Ставим ноги шире на плечи. Круговые вращения. Делаем тазом в одну сторону. Другую. Наклон. Наклон в другую. Юра хотел тренироваться. Наклон. Наклон. Наклон вперед. Кисти разминаем. И кто мне сейчас на телефон, который я написала, будет звонить, я пошлю куда подальше. Потому что я с него веду прямой эфир. Он прям не раздражает. В обратную кисть. Локти. Плечи. Рывки перед грудью, ладони вверх в стороны. Перед грудью в стороны. Перед грудью в стороны. Перед грудью в стороны. Наклон головы. Наклон в другую. Наклон. Наклон. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Поворот. Поворот. Еще. Раз. Круговые. Два круга в одну. Два в другую. Побежали. Назад. Вперед. Говорить я буду мало, всю технику мы проходили давно, поэтому, чтобы мой пульс тоже не сбивался, я показываю, вы повторяйте. Я сразу скажу, я на технику 40 минут не выделяю, потому что у нас и так тренировка 1 час. И на болтовню я потратила на вас 3 минуты.
нормально. По 10. Корпусом не качай. Что с этой музыки нет? Локти согнули.
обратите внимание, как работает лицо. Вот про что я говорю, все время работает лицо и мышцы подключаем. Это если вы хотите четкий овал.
Попробуем тысячу раз сделать пресс. У нас с вами прошлый эфир был, да? Не с вами, ребят, с вами. Тысячу раз, сейчас постараемся успеть тоже 1000 подходов сделать. Так. 1000 подходов у нас будет. Кать, прикрой окошко, пожалуйста. Thank you.
открытая тренировка. Тех тренировок, что я веду в марафоне. Внизу номер телефона, куда вы можете написать и подписаться еще, зайти в марафон. Стоит полмарафона, полцены. Стоил марафон 1200. Сейчас он стоит 600 рублей за 2 недели. Сегодня последний день, когда вы можете оставить свою заявку, принять участие в марафоне. Сидите дома, ни хера не делайте, хоть тренируйтесь. Перерыв на ногах, а следующий круг 200. Прямая нога, правая нога, прямая. Прыгай через левую стопу. Напряжение нога. Булку напрягите. Живот подтянули. В сторону. Меняем ножку, левая нога. Напряжение прямая.
в курсе, это открытая тренировка. Для тех, кто не знает, как проходит марафон, вот в таком темпе проходит марафон. В записи тренировка Риты. Сейчас я веду эфир в марафоне в клубе. Тренировка это у меня круговая, акцент на руки, на пресс. И через 20 минут, через 15 минут у нас будет йога для беременных сразу вторым часом. А вечером будет эфир. Так, Марии Касты. Все, секси. Вот так проходит марафон. Стоит он 600 рублей за 2 недели. Пишите вот этот номер. Открытых тренировок я больше делать не буду. Я работаю в клубе, в марафоне. Хотите тренироваться, приходите. Что, отдохнули? Следующую сотку? По соточкам теперь делаем. Да, конечно. Знаете, как я говорю, если алкаш и старая бабка выдерживает этот темп, то вам, молодым, спортивным, подготовленным, это как два пальца обоссать. Что, погнали, делаем, короче говоря, 30 скалолаз, 30 маятник и по 20 скручиваний. Согласны, лапуси, для вас это херня, а не тренировка. Так, мелочи, разминка. Не, как мне еще говорят, этот, как это называется? Зарядка, во, зарядка. Заряжайтесь. 30, 30, 20, 20. Сначала ссылался, разберись, что он так и делает. Потом сейчас сидит, я слышу, что он играет. Он говорит, я Надя, иди разберись, открой, что. Нет, он мне сказал, что ему этот какой-то, что у меня не надо, сейчас не так. И вот так вот он... Погнали! Следующая сотка! Сам убирается. Погнали на следующую сотку. С крокодильчики. 40. Ножницы 40. И крокодильчики 20. Идеально. 40, 40, 20.
что-то... Что придумать, что вам? Скручивание по 20. Складка 10. Полностью поднимаем корпус, ноги, руки. 50. И 50 велосипедов. Погнали. Thank you.
10 корпус. Revolutionary, frontline standing, solitary. My state is kinda scary. Take a deep breath. Take a deep breath. 30 складки. Крокодил. Put me on the front line. Put me on the front line. Put me on the front line. 40 ножниц. Солнышко, я вас охраняю. Встречаемся на йоге через 5 минут. Девочки, кому было мало нагрузки на пресс, вы можете добавить себе еще 2-3. Музыка вообще адская, да. Добавьте себе еще 2-3 подхода. Через 5 минут встретимся. Все, встречаемся через 5 минут на йоге для беременных.